Сегодня на завтрак готовлю сырные блины, потерла сыр и яйцо. И все. Сейчас буду жарить на сковородке. Нагреваю плиту, смазываю чисто вот донышко. Не надо много масла. А можно и без масла, кстати, попробовать, чуть я не догадалась. И жарим. Можно блины, а можно оладушки, кому как нравится. Короче, какая форма вам нужна. Сейчас он будет плавиться. Уже поднимается, сейчас его переверну. Вот перевернула. Вкусняшечка! Вот такие они клевые, волшебные, сырные блинчики. Класс! Тебе вкусненько, Ев? Да. Вкусненько? Моя куколка? Понятно. Ева любит маму? А? Мама любит Еву? Да. Тихо. Мама может с тобой вечно сюсюкаться.